Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco. No sé a qué aún te encuentre cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto. Qué dulce fue tenerte dentro. Всем привет, меня зовут Ирина Басюк, и сегодня я вам сделаю видеообзор моего заказа по 9 каталогу. Также расскажу о своих любимых продуктах, которые идут с большой скидкой, а вообще компания Oriflame сделала снижение практически на весь ассортимент цены, минус 20% на все, то есть от базовой цены идет снижение цен. Такие цены были 3 года назад, и на эти сниженные цены компания делает еще мега крутые скидки, поэтому здесь просто глаза разбегаются, что же действительно заказать, особенно если вы не пользовались этой продукцией впервые. Вот. И, наверное, с чего начать? Это вопросы, наверное, будут об аксессуарах Oriflame. И я впервые вам их показываю. Это такие вот бабочки под мое любимое платье. Когда я их впервые увидела, я думаю, боже мой, это как раз то, что мне нужно. Это мое любимейшее платье, с которым связано множество воспоминаний. С ним я путешествую, оно короткое, легкое. И вот эти вот бабочки, вот этот вот эффект, он был как раз нужен. А также еще ура-ура, вы видите, что моя рука без гипса, и я сейчас уже размяла руку и сниму вам целую серию видеороликов, поэтому я прошу прощения, вы все спрашивали, когда будет следующее видео. Мне было очень тяжело, особенно когда я сняла гипс руки, ее не только что-то с ней делать. В первые дни я вообще даже вот так на 20 сантиметров я не могла докоснуться до своего лица. Все, представляете, до волос никак, то есть все. Это мой заказ по 9 каталогу. Прежде всего, это серия wellness, батончики, серия блок по уходу за волосами, также краска для волос. У меня есть еще про запас, поэтому я взяла в этот раз один оттенок. То, что я попробую вместе с вами, это подкручивающая термосмываемая тушь для ресниц The One No Compromise. Она у нас уже была, но была другая щеточка, поэтому вместе с вами протестирую, попробую, расскажу вам свои впечатления. При этом я не люблю пользоваться подводкой, я люблю использовать карандаш, и поэтому я взяла себе такой карандаш Jardine. Если мы хотим, чтобы наши реснички выглядели максимально длинными, то черным карандашом мы прорисовываем внутри ресничный вот этот вот контур. Вместе с вами мы попробуем вот такую новинку тушь, я ее не пробовала, которая дает мгновенный стайлинг, объем, длина, изгиб 84% подтверждает, легко смывается теплой водой и не течет. Давайте с вами это проверим. Эта тушь разработана в Швеции, но сделана в Польше. Тончайшая кисточка, посмотрим, насколько она будет удобная, с маленькими ворсинками и спиралевидной кисточкой. Ей хорошо приподнимать реснички, а это означает, что они будут хорошо прокрашиваться. Особо хорошо прокрашивать нижние реснички, потому что они прокрашиваются одна к одной. Мне кажется, разница заметна, правда же? Вы, например, только нанесли тушь и сразу продублировали, сделали второй, чтобы она не высохла. Я сделала, подправила весь макияж, сделала небольшой объем прически, поэтому сейчас прокрасить второй слой туши неудобно. Поэтому как только нанесли первый слой туши, сразу продублировали второй. Есть у нас туши, которые мягкие, которые вы можете наносить, наносить и наносить сколько вам угодно слоев. Эта тушь не относится к таким. У нее эффект как раз-таки, то есть
сделать максимальную влагостойкость туши, то есть вот эта капсула, она у вас высыхает и делает вашу ресничку защищенной и влагостойкой. Тушью я осталась довольна, и, конечно же, самое главное преимущество – это то, что я могу с этой тушью плавать, купаться в бассейне, на море. Я не знаю, как нырять, потому что если действительно будет холодная вода, то даже можно нырять, эта тушь у вас не растечется. Если это бассейн, где теплая температура воды, 27 градусов, это комнатная температура, то вот на себе проверила, когда я просто плавала, когда дочка брызгалась, капли попадали, она не потекла, но я не ныряла. Мне безумно понравился закрепитель макияжа, поэтому я себе заказала еще и второй в этот раз, потому что тут, я не знаю, но и сейчас мой макияж не обходится без этого закрепителя. Показана инструкция, как им пользоваться. Подробнее я вам расскажу. Ну и последний, седьмой способ, это самый распространенный, когда вы быстро сделали какой-то макияж и зафиксировали его. Не так, как я слой за слоем это все использовала. Еще раз, как это делать? Крестообразное нанесение, если у вас нормальная кожа, и если комбинированная жирная, вы дополнительно проводите вот эту вот полосочку. Мне нравится это очень средство, использую его 3 недели и специально открыла посмотреть, я его использовала вот столько. То есть его достаточно, взяла еще второй спрей про запас, потому что мне этот продукт очень понравился. А также обратите внимание на тканевую салфетку для снятия макияжа. Вот так вот она выглядит, это действительно это чудо-средство, чудо-новинка, она мне безумно нравится. Очень удобно умываться и вот этими уголочками глаза вычищать, то есть какие-то остаточки тушь, что у вас есть, прям вообще классные, классные. И стирается очень быстро любым мылом, то есть я очистила лицо и потом быстренько убрала. Больше всего ее люблю использовать именно на шею, потому что если мы лицо можем как-то умыть, да, ну просто умываемся ручками, то шее как-то не особо неприятно. А если у вас еще есть там тональные средства, вы же не используете только на лицо, еще же протягиваете на шею, поэтому вот именно очищать ваше лицо от тонального средства очень круто. Вот именно такой салфеточкой, она все-все собирает. Наверняка вы спросите меня, что за помада на мне. Это моя любимая из серии матовая помада Giordani Gold. Оттенок называется пыльная роза. Я ее себе приобрела. Вот так вот выглядит новая помада. А это одна из, я не знаю, сколько у меня их валяется в разных косметичках. И очень часто, если мне нравится какой-то другой оттенок помады, я его наношу и в центр чуть-чуть осветляю именно вот этой вот помадкой. Эта помада стоит всего 299 рублей. И если вы еще думали, сомневались по поводу оттеночков, я обязательно рекомендую вам приобрести эту помаду, потому что вы в нее реально влюбитесь. И сейчас идет тренд именно на матовые губы, на матовые помады. Для меня это самая крутейшая помада. В каталоге обилие скидок на помады на любой вкус. В зависимости от того, какая вам текстура нравится помады, вы, конечно же, можете приобрести по привлекательным ценам. У меня практически коллекции всех помад, но самая-самая любимая – это матирующая помада Giordani Gold. Я ее безумно люблю, обожаю и заказала себе, как я вам показывала, еще вот один оттенок. 149 рублей. Посмотрите, когда были такие цены. S8 любимки 959 рублей. Масочки для лица 55 рублей. Если вы еще не пробовали, рекомендую обязательно заказать восстанавливающую тканевую маску для лица Novage. У меня были кранши, у меня был коричневый, не знаю, потеряла черный в какой-то косметичке, поэтому заказала себе. По привлекательной цене черный карандаш Giordani Gold. Цены очень приятные, посмотрите. И у нас появится новая туалетная вода Friends World. Об этой туалетной водичке, конечно, расскажу попозже. Это мне ее прислали в качестве официального обозревателя Oriflame. Летом мы гуляем, ездим в какие-то парки, поэтому обязательно рекомендую с собой держать всегда батончики для легкого перекуса. Обратите внимание на палитру губной помады. Это 8 оттенков, их можно миксовать. Оттенок белый, и я его отметила бы как блеск для губ с такими с перламутрами. Второй цвет это розовый, где еще больше перламутра, еще больше мерцания. И идет вот этот розовый оттенок.
нюдовый оттенок хорошо смотрится. Четвертый нюдовый, тоже такой же глянцевый. Розовая пантера, фуксия, как только не называют этот оттенок, это один из самых моих любимых. Розовая льдинка, розовый леденец, комфортно на губах, абсолютно без запаха. Сколько бы я ни покупала красных помад, я их наносила, мне они нравились, фотографии с ними, но потом я стирала и наносила какой-то нюд. Спелая черешня, черника. Ох, и замучила же я с этим тоном, потому что наносила, и как-то все-таки помада плешивит. Нравится ли вам такой дорожный вариант? Такой кремовый хайлайтер. Прикольный эффект. И я сейчас покажу его вам в действии. Мы нанесем как базу перед тем, как мы нанесем сам макияж, тональное средство, для того, чтобы усилить эффект. Мы распределяем места, где мы хотим, чтобы работал наш хайлайтер. То есть, чтобы он сделал подсветку. Хайлайтер можно использовать как базу под макияж, ваши тени будут очень хорошо держаться и подсвечиваться. Зону над губой. Это был первый слой. После того, как мы нанесем с вами макияж, мы продублируем еще вот в этих зонах. Но вы видите, вот такое легкое влажное нанесение уже есть. Таким образом, когда вы нанесли тональный крем, идет чуть-чуть легкая подсветка. Поэтому вы еще раз можете потом продублировать, когда завершите полностью макияж. Что легкая-легкая подсветочка такая есть, потому что он у нас нанесен в качестве базы. Для того, чтобы усилить этот эффект, мы также потом берем, наносим на руку. Ни в коем случае не... Я беру спонжик. Для того, чтобы не бегать, не смачивать, этот спонжик я смачиваю при помощи вот такого спрея-фиксатора. Он становится более влажный. Набираю его с руки и аккуратно дублирующими движениями я наношу хайлайтер. Можно, конечно, пальчиками также этот продукт растушевывать. Получается вот такое легкое влажное нанесение. Вы также можете его продублировать и нанести под бровь, над губой. Но, конечно, это лучше делать до нанесения помады. И, как рекомендуют, еще наносить чуть-чуть на центр. Обязательно ли этот продукт? Нет, этот продукт, чтобы просто подчеркнуть макияж и сделать эффект стробинга, который очень популярный сейчас. По распродаже были спреи для ног. По распродаже я взяла, этого нет в основном каталоге, несмываемое средство против секущихся кончиков. Оно мне очень нравится. В прошлом каталоге мне очень понравилась серия Radiance, поэтому я заказала себе еще одно очищающее средство и еще одну масочку по акции. Это состоит из трех продуктов. Это очищающее средство, крем для лица и маски. Очищающее средство в виде геля и с небольшими частичками в виде скрабика получается, такой легкий скраб. А крем, где вы видите, он очень густой, но он такой густой в то же время, как гель и с большим подтоном. Эта серия очень хорошо осветляет. Витамин С препятствует фотостарению, которое оказывает ультрафиолетовые лучи спектра А. Также витамин С препятствует появлению на коже мелких морщинок и пигментных пятен. В косметических средствах витамин не стойкий, поэтому для производства косметики используют соль аскорбиновой кислоты, аскорбилфосфат, которые помещают специально наносферы, и благодаря этому витамин С может проникать в более глубокие слои кожи. Крем невероятно вкусно пахнет, серия шикарная, и сейчас я с вами попробую вот эту масочку. Похоже очень на гель для умывания, такая же. Легкое идет покалывание. Маска мне очень понравилась, потому что по ощущениям кожа такая, знаете, насыщенная влагой, мягкая, приятная, чистая. Вот она другая. Обязательно рекомендую делать масочку. Тестировала практически все шампуни из серии Hair X обновленная. И мне больше всего понравилась серия именно Volume шампунь.
Это лучший шампунь, который я вообще пробовала. Мне настолько он понравился. Он делает объем моим волосам. Они выглядят шикарно. Они, их сразу становится много. Мне понравился. Проблемных волос, для секущихся волос, для сухих волос. Поэтому тоже хочу. Но не пробовала еще этот шампунь. Поэтому позже вам напишу видеообзор. Я не знаю уже, сколько было у меня флакончиков укладочных средств. Их постоянно заказываю. Пенку, чтобы сделать, придать локоны волосам, и также лак для волос. 269 рублей с 50% скидкой. Ее использую немного, больше даже кончики волос. Нужно сделать какой-то объем и фактуру. Для этого я использую расческу. Далее, начес какой я делаю? Так как у меня здесь пробор, здесь несколько идет у меня таких начесов. Переворачиваю и фиксирую спреем. Он не склеивает волосы. Можно сделать вот так вот. Раз, с одной стороны, со второй. С одной, со второй. Так более правильно делать начес. Так делают все парикмахера. Сейчас пройдет время, и локоны немного улягут, то есть пушистость уйдет, и как раз таки эффект Victoria's Secret прически. Краска всего лишь 299 рублей, и я вам рекомендую, вы наверняка влюбитесь, и вот уже многие-многие годы я использую только нашу краску. Обязательно рекомендую приобрести себе вот такой вот массажер для головы. Зачем он нужен? Не для того, чтобы делать массаж, а для того, чтобы этим массажером мыть голову. Да-да, вы не ослышались, мыть голову. Я вам рекомендовала неоднократно делать скрабирование головы при помощи скраба, солевого скраба, либо вы просто наносите любой ваш шампунь, дотрагиваетесь до головы и вот так вот массажными движениями промываете голову. Волосы укрепляются, ваши волосы быстрее растут. Выпускаются две серии. Это шампуни против перхоти и шампунь для жирных волос. И вот-вот потрясающая скидка. 59 рублей. Вот я заказала их три. На последних страничках это хиты, бестселлеры. Очищающие средства для интимной гигиены 119 рублей. И дезодоранты всего 79 рублей. Сегодня мы впервые увидим подарки, которые придут по рекрутинговой компании. Акция активности. Косметичку за 99 рублей. Если разместите заказ на 50 баллов. Видите, даже не распаковано. И наш шкаф. Мне кажется, интересно смотрится. Здесь карманчик. Еще один. В принципе, удобно под мобильный телефон будет. Меня заинтересовал вот этот вот рюкзак. Я его тоже видела только в видео. Живой. Смотрите, мне понравилось тем, что он вот так вот завязывается. Он делается объемный. Да, и где-то здесь есть бретельки, наверное, внизу лежат. Здравствуйте. Будет классно смотреться. Что здесь? Здесь карманчик, тоже кармашки под мобильный телефон, в принципе, достаточно будет удобно. Меня больше всего заинтересовал вот этот вот чемоданчик. Легкий, удобный. И самое интересное, что он подойдет в ручную кладь, если вы будете летать самолетом. Здесь под вещью кровать. Это часы. Они выглядят? Ну, это примерно то же самое, что у меня на Apple Watch, примерно по ощущению, вот идет так. По размеру. Угу. Ну, все, до встречи.